Всем привет, лыжи в кадре. То же самое, что и ворон. Значит, Мишка в лес отправляется. Вот такую красоту наблюдать. Вот такой вот лес белый, но не весь. И там вот, вот есть вот такой вот, вот след какой-то. И я пойду по нему гулять. Подхожу вот перекресток дорог у нас тут. Прямо по лыжне почти проехал. Даже кукушки не видать. Вот это снегоход. Я думал, он вдоль леса, а он маленько не так поехал. Ладно. Я еще видел, где он проезжал. Вчера мы с вороном катались как раз, и он ехал. Сейчас пойду. По такой дороге все равно лучше идти, чем по целине. Будем пробовать. Это тут мы не попадали с вороном вчера. В накат сваливается. Вот глубоко получается. Вот такая красота. Ну что, вот они наткнулись на мой след, гонщики. И поехали смотреть, куда я езжу. Потом обратно, там он вернулись. Очки запотели, не вижу. И он там кругом и к деревне уехали. Пойдем поглядим. До конца, я думаю, они доехали. Вот тут вообще шикарно по их следу идти. Вот так вот. Они по моим следам, я по их следам. Как-то вот так. Накатали дорогу, хоть боком катись. Нам теперь главное с вороном попадать. Свой след. Хотя, может, и снегоходовским пойдем. Мы не могли вот слева объехать и справа, чтобы не задувало. Хотя примерно так и проехали. Теперь можно тут и поперек гонять, и всяко. И на лодке резиновой даже кататься, за коня цепляться. Сделали мне в два ряда снегозадержание. Молодцы, спасибо. Эх, в лесу вот такая все еще красота. Время где-то к обеду. Становится теплее. Сегодня на улице в районе 30 у нас было с утра. Ну, сейчас 20, у нас небольшим. Ветерка нету, так слабый-слабый. Ну и вот по следу вообще классно снегоходовскому топать. Вообще нисколько не проваливаюсь. Идем дальше. Нашли они у меня там лося или не нашли. Вот мы добрались до моей делянки. Так же, как я, пока они кругами, наверное, ездили. Искали, смотрели. Что нашли, непонятно. Березы, главное, чтобы не въехали, а то обидятся. Все мои следы проверили. Все мои подъезды и выезды. Вот как я заехал. Два человека, судя по желтым следам. И поехали дальше. Нашли мою делянку. Все, теперь я не только
главный браконьер, а еще и черный лесоруб буду. Так, ладно. Мне-то надо еще через поле туда. Снегоходчиков-то я там видел, когда я ехал. Они только меня не увидели, а я-то их видел. Ну, как-то вот так вот. Ага, вот так вот дошли, посмотрели и обратно вышли. Ну все, с этим разобрались. Пойдем смотреть, куда они ездили. Мне это тоже интересно, так же, как и им. Так вот и живем, друг друга ищем, друг другом бегаем. Ну что я скажу, на снегоходе это не пешком, ага. Как я летом говорю, на коне 10 километров это не круг. Там вот так вот прямо след идет, один в поле. Который с поля обратно это возвращались. Но думаю, ну что они по полю ездили? Пошел по полю. А это, оказывается, оттуда, наверное, когда ехали, лось бежал. И решили разглядеть его поближе. Ну, мне-то, короче, на лыжах я уже вспотел, у меня спина мокрая. Все эти следы распутывать, но интересно же. Чё я, терпения много. Время только еще после обеда. До темна еще 4 часа. Я думаю, успею я проследить весь маршрут. Интересно же. Идем дальше. Что, иду сейчас своими ножками. Маленько у нас тут дорожки разошлись. Мне надо отвернуть было в сторонку. Вот так вот, вот в общем я иду, иду. Иду и иду. Воздух свеженький. Ну, тут лосики ходили, кушали. Два штуки вроде было по следам мне. Следы-то уже пересек до этого. Сейчас буду в лес заходить. Как-то вот так вот. Ну что, добрался я до места. Сейчас забираю свои вещи и буду обратно выходить на след снегоходовский. По нему идти гораздо легче. Так мельком поглядел, вроде там что-то даже кабан попал. Раз или два. Плохо видно, на солнце отсвечивает дисплей. И вроде как лосик есть какой-то. Один или два, не знаю, или разные, или один и тот же. Ну и косули немного, конечно, но неделю простояли. За неделю, считаю, это достаточно. Основные-то, наверное, все видео будут на втором канале. Может, и сюда куда вставлю пару фрагментиков. Так что, как-то вот так вот будем выбираться дальше. Уже вторая половина дня идет. Ну, если что, всем пока. Ну, а я что и говорил. Вот, в общем, лоси за снегоходовским следом бежали. То есть, когда обратно возвращались, они дорогу перескочили. Их даже, получается, три, наверное, было. Здесь, скорее всего, два. И там вот один. Как-то вот так вот тут бывает.